Всем привет, ребят! Я приехала в Дублин к моей маме и к моему младшему брату. Я впервые увидела то, где они живут, хотя на самом деле они здесь уже практически 2 года. Этим летом по 2 года, как они сюда переехали, и успели уже 2 раза поменять жилье. И вот я впервые посмотрела, как они здесь обустроились. Приехала я на 8 дней. На самом деле казалось, что это так долго и что я так много могу здесь успеть. А сейчас, когда расписываю недельный план, понимаю, что... возможно, надо было приезжать на дольше. Но я думаю, что я здесь далеко не в последний раз. К нам, кстати, потом Ерошка приедет, мой младший брат. А он отсюда поедет в Ригу и потом к нам в Анну. Что? Будем сейчас с мамой лечить зубы. Да-да-да. Перерывчик. Дублинские винтажки — это вообще отдельная тема. Огромный магазин. Мы приехали в место, которое называется Powers Court. Здесь есть вот такой вот особняк и красивый сад. Но так как пока что еще в Ирландии ничего не начало цвести, пока здесь ландшафт зеленого цвета. Я думаю, буквально через пару недель тут уже все было бы в цветущих растениях и цветах. Ирландский пейзаж на самом деле особенный, потому что здесь горы, и эти горы, они... очень-очень зеленые, из-за того, что здесь частые дожди. В Ирландии можно насчитать, мне кажется, 1000 разных оттенков зеленого. То есть вот вы смотрите, пейзаж вроде бы одного цвета, но градаций этого цвета очень много. Поместье напоминает сериал «Аббатство Даунтон». Вот я как будто бы в этом сериале хожу. И если, кстати, не смотрели, то очень советую, мне очень понравился. С этой стороны поле нарциссов. А вот это, посмотрите, кладбище животных. Видимо, собачки, которые жили в этом поместье и охраняли его. Вот Баски Чоу-Чоу умер аж в 1915 году, больше чем 100 лет назад. Я очень часто упоминаю психотерапию и ее важность в моей жизни. Я даже не представляю, как бы прошла через определенные сложные этапы в своей жизни без постоянной поддержки терапевта. Мне кажется, что я так часто об этом говорю, так часто говорю о том, как психотерапия изменила мою жизнь, что мне периодически в директе в Инстаграме, здесь в комментариях, вы задаете такие вопросы, где тоже можно найти психотерапевта, с которым можно заниматься онлайн. В связи с этим я хочу сегодня порекомендовать вам сервис онлайн
онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». «Зигмунд Онлайн» позволит вам быстро подобрать специалиста, который будет подходить именно вам. Процесс происходит следующим образом. Вы заходите на сайт, заполняете анкету, которая занимает не больше 3 минут. Далее вам предлагаются психотерапевты, из которых вы можете выбрать наиболее подходящего вам. И дальше уже в личном кабинете назначить удобное для вас время. Все психологи в «Зигмунд Онлайн» имеют дипломы о высшем психологическом образовании, сертификаты для ведения психотерапии и сами регулярно проходят супервизию. По моему промокоду Орлова первые 2 занятия в сумме будут стоить всего лишь 2190 рублей. Делайте скриншот моего промокода или сразу же переходите по ссылке в описании и записывайтесь на свою первую сессию. Ребят, всем привет! Я нахожусь сейчас на территории Тринити Колледжа. Это один из древнейших и один из лучших университетов не только Ирландии, но и всей Европы. И я, честно говоря, вообще хотела посвятить отдельное видео на своем канале «Образование в Ирландии», но я просто поняла, что я здесь всего лишь неделю, поэтому я решила эту тему частично интегрировать в обычное видео, поэтому сегодня мы с вами встретимся с девушкой, которая здесь учится, и поспрашиваем у нее, как здесь происходит учеба и какие у нее от этой учебы впечатления. Мы сегодня встретились и познакомились с Элизой. Элиза учится в Тринити колледже, где мы сейчас находимся, и я хочу попросить Элизу рассказать вам, как здесь происходит учеба. Я из Москвы, я учусь на факультете журналистики МГУ, и МГУ сотрудничает с очень многими университетами в Европе и имеет партнерские отношения, в том числе с Тринити колледжем, поэтому я здесь нахожусь по программе обмена от МГУ. Я учусь на факультете журналистики, но в Тринити колледже журналистики нет, поэтому по программе обмена я по своему контракту могу выбрать любые предметы гуманитарного факультета. Здесь их очень много, можно выбрать любой, даже не совпадающий с твоим основным направлением МГУ, поэтому раздолье полное. Я учу философию. Очень хочу, чтобы все знали, что предмет называется «Как быть счастливым». «Как быть счастливым». Изучаем, да. Ответ, кстати, никак. Об этом мы рассказали на самом первой лекции. Да, с этого начали. Ответа нет на этот вопрос. Я учу публичную речь, я учу космологию. Она входит в состав не физики, она входит в состав школы религии. Поэтому я смотрю в другое направление, смотрю чуть-чуть. И я учу ирландский язык. Серьезно? Да, но поскольку я здесь только на один семестр, я особо выучить не успею. Мы начали с древнего языка, и вот как-то на древнем и закончим, наверное. Но он сильно отличается, ведь правда? Он сильно отличается. Мне кажется, многие думают, что он похож как-то. Нет, он вообще никак не похож на другая группа языка, вообще абсолютно незнакомый. Леса? На территории леса. На территории? На территории живет. Сложно найти здесь, я ее ни разу не видела, но она такой негласный символ Тринити колледжа. Лисичка, и у нее есть лисята. Они родились год назад, в пандемию как раз. Сейчас они уже большие. Если ты увидел лису, значит, ты счастливый человек, который сдаст сессию. Где-то здесь, на территории? Да, бегает лисичка, да. Она, значит, под контролем какой-то там зоологической кафедры. Все у нее хорошо. Лисичка бегает. Ничего себе. Еще одна легенда связана вот с колоколом, который находится в этой башенке. Если ты прошел под колоколом, и он зазвонил, значит, ты завалишь сессию. Поэтому студенты под колоколом стараются не проходить. Либо пробегать быстро, чтобы он не звенел над ними. Мы сейчас находимся в центре главного кампуса Тринити. Я так понимаю, что территория здесь просто какая-то огроменная. Большая, поэтому это не центр. В принципе, здесь как бы все лекции, они где-то в рамках всей этой территории. Идем. Посмотрим, что здесь на территории есть. Сзади нас столовая, которая закрыта. Да, она очень красивая, там портреты висят огромные во всю стену. Здесь это церковь, да? Да, это церковь. Там можем зайти? Пойдем зайдем. Я так поняла, что главные центры университета, это значит, здесь есть церковь и здесь есть бар. Да, вся жизнь проходит здесь. Можете помолиться и выпить. Да, так что вся поддержка для студентов, все для студентов. Но атмосфера здесь прям вау, прям хочется учиться. Да, здесь прям хочется учиться. Хочется быть частью. А, церковь закрыта. Ну ладно, в церковь мы не попали. Мы
зашли в кампус, в котором учится Элиза. Здесь какие предметы в основном? Гуманитарный факультет, это называется Arts Building, и здесь, собственно, все предметы связаны с Arts. Все гуманитарные проходят. Сегодня просто суббота, поэтому здесь никого особенно нет внутри, но мы все равно походим. Там можно заглянуть. Вот одна библиотека. University Times. Я просто хотела показать, очень хорошо описывается система здесь обучения. Социальные работники озадачены тем, что в Тринити проверяют посещение. Это, значит, нервирует студентов. Понимаете, да, у нас проверяют посещение в Москве везде, всегда. Здесь так не делают, конечно, никто не будет себя проверять. У нас один преподаватель, он один раз проверил посещение, ему надо было просто знать, какое количество людей. Она очень долго извинялась, говорила, что это не для того, чтобы вас как-то наказать, это просто мне надо знать количество людей, то есть здесь не проверяют посещение. Это поле для игры в обычный футбол, а здесь поле для игры в регби. Вчера у нас матч прошел, мы выиграли, Тринити колледж выиграл. Всегда стоят студенты и болеют за своих. Очень интересно здесь проходят вечера у нас. Очень интересно. Hello there, my name is George Salmon. Why am I sitting here in Trinity? Because I was seldom anywhere else. Так как Тринити колледж сам по себе очень знаменитый, и здесь очень много туристов, вот сегодня суббота, народу полно, и большинство людей сегодня это не студенты, а как раз-таки туристы или просто местные, которые пришли здесь погулять. И здесь практически у всех достопримечательностей, у всех каких-то главных статуй есть QR-код, который можете сосканировать и послушать историю этого места конкретного или историю статуи. Это Джордж Салман, он был деканом Тринити колледжа, одним из основателей, насколько я знаю, и он говорил, что женщины будут учиться в этом колледже только через его труп. И каждый раз, когда здесь выпускаются студентки подходят к нему и фоткаются, потому что вот они учились и выпустились. Сегодня в центре внимания не дядька, а чайки, которые выполняют какой-то очень странный танец. Какие, на первый взгляд, самые большие различия между образованием в МГУ и образованием в Тринити? Самое большое различие – это отношение к людям. Это то, что вы заметите с самых первых секунд, находясь здесь. Здесь к тебе относятся как к коллеге, и не просто на словах, потому что у нас в МГУ нас тоже называют коллегами. Не просто на словах, а на действиях. Здесь можно обращаться к преподавателю по имени, здесь можно и нужно не соглашаться с преподавателем. Если у тебя есть какие-то доводы свои, ты вполне спокойно можешь их привозить. И в Москве я с таким сталкивалась чуть реже, намного реже, не чуть реже. Самое интересное, что здесь развивают критическое мышление, и в Москве, как бы горько мне не было об этом говорить, его не развивают, его, по моему опыту, наоборот, немного подавляют. Здесь мыслить надо в разных направлениях, и если ты не соглашаешься с преподавателем, тебе за это ничего не будет. Это, наоборот, приветствуется. Если ты не соглашаешься с преподавателем, значит, что ты думаешь. Наоборот, будет вопрос, когда ты согласился с преподавателем, думаешь ли ты, умеешь ли ты думать, если у тебя свои собственные доводы, чтобы согласиться с мнением преподавателя. Здесь надо, чтобы человек рассуждал, и мне поначалу было сложно, потому что рассуждать я поняла, что я особо не умею. Надо было учиться. Кардинальная разница, когда я поняла отличие Москвы и Дублина академическое, это когда у меня на паре зазвонил телефон в Дублине, в Тринити колледже. Преподаватель говорит, класс идет, я поднимаю телефон, и у меня случайно начинает на всю громкость играть музыка. Я тут же ее там выключаю, какие-то 5 секунд прошли, которые длятся вечность, когда ты пытаешься что-то там выключить у себя. Все, соответственно, поворачиваются на меня, преподаватель прерывает свою речь, я просто с пеной у рта начинаю извиняться, потому что я прекрасно понимаю, что в Москве, у меня уже привычка, я всю жизнь провела в Москве, меня бы за это выгнали из класса, там отругали, сказали, что я не уважаю учителя. Здесь преподаватель сказал, не переживай вообще, вообще не переживай, все нормально. И продолжил дальше спокойно свою лекцию. Для меня это было удивительно, потому что в МГУ, скорее всего, что-то бы мне, конечно, бы либо сказали, либо сделали. А есть ли разница в предмете? То есть в самом образовании, как ты сказала, что здесь нету факультета журналистики. То есть ты как бы можешь выбрать более широкий спектр предметов и понять, что тебе вообще интересно? Да, здесь я, по крайней мере, имею возможность выбрать разные предметы. Они не входят в состав какого-то твоего направление обучения, ты можешь выбрать разные предметы из разных
наук гуманитарных. В моем случае в МГУ, например, в Москве, да, они у тебя закреплены, у тебя есть определенное расписание, ты знаешь, что ты будешь учить на первом курсе, на втором, на третьем, на четвертом. Здесь ты можешь выбирать, какой предмет тебе более интересен, и учить его, соответственно, набирая кредиты, то есть там какой-то предмет весит, предметы весят определенное количество кредитов, ты их набираешь и спокойно выпускаешься в КПТС, если ты проходишь порог этих кредитов. А само обучение, конечно, тоже различается. Тебе не просто там вдалбливают знания, которые ты заучиваешь и выдаешь там в конце на экзамене, то есть у тебя экзамен, ты 100% его сдал, если ты зазубрил, что тебе сказали на лекции. Здесь, конечно, не так, здесь тебе надо понять, проанализировать, и помимо того, что здесь нет билетов на экзаменах, ты должен просто как-то апеллировать своими знаниями, которые ты выучил. Здесь, конечно, все просто построено по-другому. Больше ощущение, что здесь сложнее или легче? Пока у меня ощущение, что здесь легче. Сессия еще не наступила, моя первая. Думаю, что я столкнусь с тем, что я просто не знаю, как сдавать ее. Просто формат будет незнакомый. Может быть, это как-то внесет свою лепту в то, что я скажу, что это сложно. Так, ощущение, что легче, потому что от тебя не требуют зазубривания, от тебя требуют мысли. А мысли гораздо проще, чем зазубривать. Особенно, если ты зазубриваешь то, что с чем ты не согласен. Поэтому пока у меня ощущение, что здесь проще учиться. Потому что материал преподносится так, чтобы ты ее запомнил, а не зазубрил. Наверное, морально проще, какого-то давления меньше. Да, морально проще, давления абсолютно нет со стороны преподавателя, никто на тебя не будет давить, если ты что-то не то сказал, если ты что-то не то написал. Тебя сначала спросят, почему ты так думаешь, если они поймут, что ты действительно так думаешь, то проблем с этим не возникнет. Здесь особо нету, особенно на гуманитарных факультетах, какого-то правильного ответа. Если они видят, что ты думаешь, там, они следят за ходом твоей мысли и понимают, что в целом она развивается, просто не в ту сторону, в которую там преподаватель думает, то вполне все у тебя будет хорошо, и все ты сдашь, конечно. А расскажи, пожалуйста, насколько, по твоему мнению, здесь реально интегрироваться в местное общество? Очень легко здесь интегрироваться в местное общество. Здесь люди очень принимающие, очень помогающие. Ты можешь даже не просить о помощи, они все равно поймут, что она тебе, скорее всего, нужна, придут и помогут. В классе вообще легкотня, потому что все знают, что ты иностранный студент, все будут проговаривать слова, иногда по буквам диктовать, если не понимаешь. Там преподаватели всегда будут спрашивать, все ли понятно, все ли нормально, чуть-чуть оставить тебя на минуточку после урока, чтобы узнать, все ли ты понимаешь. Все очень здесь хорошо, и вне академической жизни тоже люди очень понимающие, очень принимающие, все очень хорошо, здесь очень легко интегрироваться в общество, люди замечательные. Здесь к тебе как к приезжему, вот как понаехали, не относятся. Все сами тебя, как будто сами тебя включают в свое общество. Ты не чувствуешь себя белой вороной никогда. Ты всегда знаешь, что есть люди, которые тебе помогут, если вдруг тебе нужна помощь. Если бы надо было охарактеризовать Ирландию как-то в двух словах, человеку, который совершенно ничего про эту страну не знает. Мне вот на ум приходит улыбка. Люди здесь очень добрые. Вот доброта и улыбка – это то, с чем ты столкнешься здесь всегда. Придержат дверь тебе. На улице идешь, парни играют в мяч, тебе кинут мяч, чтобы ты им там тоже подыграл. Люди через дорогу друг другу кричат, что у него вкусный кофе, и советуют человеку. Я это столкнулась, просто удивилась. Человеку через дорогу взять кофе в кафе, просто незнакомому. Они прям вот очень-очень коммуникабельные, очень любят вообще людей, очень любят общаться. Очень благодарю Элизу за то, что она поделилась с нами своим опытом. Спасибо тебе. Очень много вывешено картин женщин-художниц. Вообще Ирландия на самом деле славится этим, потому что одни из самых первых женщин-студенток в университете были здесь, в Тринити колледже. И так что в музее тоже висят работы женщин-художниц, и они здесь висят не в виде исключения, а здесь они висят среди других художников, как это и должно быть. Сегодня с Настей. Настя приехала в Ирландию из Киева.
Ты расскажешь, как тебе удалось до сюда добраться? Мы прячемся здесь, потому что дождик идет. На самом деле это долгая история. Мы сначала с семьей поехали в Словакию, и там уже думали, когда дальше, что плана особого не было, но у нас была машина. Мы уже рассмотрели все варианты, и я просто случайно увидела у Саши в Телеграм, где она пишет то, что вот, присмотритесь, Ирландия — это классная страна. Я зашла на сайт просто, ну, на рандоме, переслала его маме, и еще пошутила тогда: мама, классная, классный соцпакет, классная страна, почему бы и нет. Но это, если честно, было все в шутку. Но в какой-то момент мы поняли то, что эта страна нам реально подходит. Мы просто взяли в один момент вещи и поехали на паром. Ехали мы через Францию, Германию. Но на самом деле, если вы едете без машины, то просто добираетесь до Парижа, там бесплатный автобус до Шербура. И все бесплатно, паром бесплатный для украинцев. Нам дали также каюту бесплатно, и питание было. И там тоже всех встретят, всем помогут. Везде волонтерские организации, Красный Крест. Нас встретили, я, если честно, не ожидала такой поддержки. Но на самом деле, я не знала ничего про Ирландию. И когда мы ехали, у меня не было никаких ожиданий, вот просто ноль. Единственное, что я нашла на сайте, могу, в принципе, потом отправить сайты, которые я искала для жилья. Я искала хост себе и для своей мамы и сестры. Я с первого раза нашла жилье, это находится под Дублином, просто замечательная семья, он принял еще одну семью. Вот сегодня я гуляла по Дублину перед встречей с Сашей, и я искала теплые вещи, потому что здесь очень ветрено, а мы не предусмотрели этот вариант, и мы не взяли шапки и шарф. И я просто зашла в рандомный магазин, посмотрела, и продавщица узнала то, что мы с Украины, и просто нам подарила 3 пары шарфов просто так. Я, естественно, была очень в шоке, и здесь такое отношение везде. Везде поддержка, и на самом деле даже больше, чем в некоторых других европейских странах. То есть мало того, что тут везде флаги, тут везде я вижу какие-то волонтерские местечки. Честно, у кого есть возможность или желание пробовать эту страну, я рекомендую Ирландию, потому что здесь английский язык, не нужно учить другой, какой-то европейский, например. И все не так тяжело, как кажется. То есть тут очень мало пока что приехало украинцев относительно других стран. Помощь, честно, колоссальная, и я до сих пор не могу поверить, что вот так вот могут люди просто так помогать. Правда. Я пока не знаю, что будет дальше, но я могу сказать реально, что я тут сейчас чувствую очень комфортно и, главное, безопасно. Вот что главное. И очень хорошо, что есть английский язык. Это огромный плюс. То есть те, у кого нет машины, свободно приезжайте, без проблем. А те, кто на машине, нам даже дали бесплатно, чтобы понимали, чеки на бензин, чтобы мы доехали до города, там, где мы будем жить. Так все продумано, и, ну, вообще, наверное, я сейчас вот это вот все говорю, и, наверное, складывается впечатление, то, что, ну, у меня все хорошо, и я так об этом спокойно говорю, но каждый раз, когда я себя ловлю на мысли, то, что я сейчас здесь стою, я в Ирландии вообще, только потому, что на это есть очень такая плохая причина. И на самом деле я уже тоже прошла все круги этих эмоций, и сейчас уже я на том этапе, когда я думаю, что делать дальше, и во мне уже вселился оптимизм максимальный. Пока что я думаю, здесь возможно продолжить учебу, посмотреть, какие здесь есть гранты, стипендии, поучиться, то есть не терять время зря. Я очень надеюсь вернуться поскорее, то есть я тут не собираюсь оставаться, и я просто жду, пока это все закончится, а пока не теряю время, я хочу как-то поучиться, пока есть такая возможность. Вот, но я вернусь домой обязательно. Я знаю, что у меня есть подписчики из Украины, я думаю, что история Насти может вам показать, что если вы нуждаетесь сейчас в переезде, нуждаетесь в том, чтобы оказаться в безопасной стране, которая поможет вам, поможет встать на ноги, то Ирландия — это определенно одна из этих стран. Я могу это сказать как от себя. Да. И вот теперь еще пример Насти, что как бы это действительно такая страна, которая с распростертыми объятиями принимает, и очень-очень много помощи здесь. Да. Бескорыстной помощи. Чтобы вы понимали, я смотрела Сашу на видео, наверное. Это единственная, наверное, девушка-блогер, которую я смотрела. И я знала то, что у нее здесь живут родные в Дублине. Я всегда мечтала сюда съездить. Но я не думала, что когда-то, что просто одна подписка может поменять какой-то мой определенный этап жизни. Ну, то есть я тут реально, наверное, благодаря тому, что Саша дала информацию в Телеграм-канал. Я очень рада. Я очень надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Спасибо тебе большое.
просто сейчас пасмурно. Но я не забываю, что я в Дублине, буквально через полчаса здесь может быть очень солнечно. Сейчас здесь воздух, конечно, очень отличается от французского, а на юге Франции он особенно такой средиземноморский. А здесь воздух мне больше напоминает мой родной латвийский. Он какой-то такой, как будто бы более глубокий. Вот это сдачу мне дали. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!